Всем привет! Вы на канале «Жизнь деревни Каракаты». Вчера вечером поставила стирку, в итоге вода перестала сливаться, как бы горе пополам воду слили. Самым первым делом вскрыла вот здесь, как бы, ну, знаю, что туда попадает мусор, как бы, ну, вот здесь вскрыла крышку, как бы, откручивала все. Достала оттуда вот такую всякую ерунду. Как бы вообще стружка металла, но скорее всего это металл от этого, от рабочки с гаража. То есть моделька у нас Bosch старая, как бы, ну такая. Как бы сейчас будет муж вскрывать, как бы так между делом буду немножко снимать. В итоге посмотрим, что там происходит. Открутили вот здесь два болтика для крышки. Сейчас будем снимать крышку, посмотрим, что там творится вообще у нас. Мы как-то ее один раз скрывали еще. У нас тут пыли хватает. Пыли хватает. Надо все чистить. Вот. Пыль, мусор. Мозгами у нас тут. Пружинки тоже смотрю, да? Пружинки еще нормально стоят. Снимаешь это все, да? Угу, да. Угу. Так у нас. Ну дальше уходит. Ну оно полностью вниз, где проводка же, около проводки идет даже. Получается, зря разобрали. Опа! Да пускай течет. Там много не вытечет. Уронили мы машинку, как бы, ну, муж точнее уронил. Сейчас хочет сперва снять фильтр, посмотреть, потому что... Блин, как она снимала, как ее снять-то оттуда, блин. С одной стороны берется, вот руками, а с другой стороны нихуя не берется. Ну, пускай губцами попробуем. Не, там отвертка надо. Отвертка лучше, думаю. Отвертка. Сняли вот как бы шланг вот этот с хомута. Сейчас, наверное, будем пробовать полностью это снимать, да? Да. Да посмотрим. Машина у нас тут забежала, что там грязи как что-то. Но с барабана. Да? А с барабана, считай, пошла до насоса. Ну, по мне так это насос получается, потому что магниты идет у нее. Это магнитное, значит, что-то это есть. Там моторчик какой-то. Там не насосный моторчик, там фильтр, по идее, должен быть какой-то стоять. Ну, и фильтр, он должен быть в другом месте, по идее, стоять. Опа, вот она. Получается, у нас все это полилось. Все отсюда и сольется, значит, на что получается. То, что у нас забилось, вот, ну, что-то тут, да. Тут можешь насос-то работы получать, не можешь выкачивать. Значит, будем с другой стороны все это выкручивать. И смотри, насос-то это полностью снимем, не полностью. Там, наверное, гайку это обратно выкрутить надо, крышку-то. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас это открутим полностью. И там моторчик это посмотрим. Может, ну, у нее по-любому фильтр. Вот это часть, в этой части по-любому фильтр должен быть. Mm-hmm. Это же получается просовый, который выплевывает уже. Все. Yeah. Вот она. Ну все. Дальше смотрим, что. Так, вон, видишь там? Считай, вот этой вот трубка, считай, одна, которая идет туда. Ну, трубка это идет, да. Нам сейчас это главное выебать как-то надо. Ну, нам не привыкать. Угу. Сейчас. Опа! Подожди. Аккуратненько обратно. Опа. Бедная машинка, крутят ее во все стороны. Как не знаю, что. Все страшное. Ну, сколько раз вездехода мы уже туда все таскали. Так, мы же все-таки меки, не механики. Так, у нас и проводка идет. У проводки должен быть. Вот она. Опа. Это насос, да? Это его насос так и вот ну, и идет. Насос, да. Я знаю, что это так, насос. Значит, у нас она что-то с другой стороны держит. Тут, получается, ничего нету уже. Ну, сейчас обратно.
Опа. Тут вот должны быть такие залубки, такие, которые держат его. Угу. Что же, блядь, держит? Серёж, что тут держит еще его? Увидели, что держит, как бы пока что вот здесь вот такая, как бы, ну вот верхняя крышка, то есть, ну вон, ушки тут небольшие. Сейчас открутим вот эту полностью длинную. Не знаю, как она правильно называется. Да, тут никто ничего не знает. Это надо в город везти, так, это сколько денег, если получится. Ну, получится, конечно, у нас много чего получается. То, что у нас, конечно, вот бита. Бита, конечно, убийственная какая-то. Да, ну, это же ребенка покупали, что ты хочешь? Тоже у нас нам такие звездочки понадобятся. Вон сверху еще под этим. Вон, там, видишь? Ух, нихуя себе. Ну, что ты катишь? Блять. Да нихуя там ничего. А, вот и слушай, он вообще на одном саморезе уже и держится насос-то. Поэтому так и шатается. А вот она. Не заржавела. Опа. Нихера, да, ну куча. Оказывается, уже держится просто на одном. Из трех. Ну что делаем? Вот и все. Вот он насос. Ну что, будем прочищать, смотреть, что где. Вот такой насос. Я его покручу, поверчу. Может, где-нибудь что-нибудь выпадет сразу. Может быть. Но, скорее всего, сейчас вот эта часть снимается, да? А это да, сейчас вы это с двигателя получается соединим, да, посмотрим там, что там. Если не там делают, то. А слушай, тут нет, трубки обе пустые, все. Ну-ка. Да, это вентилятор получается работает. Значит, вентилятор работает, это уже откидывает другое место. Да, заходит, выходит. Не, а это получается на выходная, это выходная. Которая заходит в стиралки, получается. Ну да, с самой машинки и на шланг вторую трубку. Ну, а это получается у нас... Нет, значит, не в этом дело. Не в этом моторчик, дело получается. Моторчик работает хорошо. Значит, у нас там барабанит что-то. Сейчас барабан будем скрывать. Что? Пока не знаю, как это делается, конечно. Ну, узнаем. Надо привыкать. Так. Ну-ка, Сереж, дай мама пройду. Тут у нас еще один помощник. Да, Сереж, да. Скажи привет. Привет. Грязненький, чумазенький. Сегодня целый день на улице был, весь красненький. Сереж, а где у нас плоскогубцы? Плоскогубцы? Да. Так. Вот, наверное, вот этот. Так, у нас тут на отвертке идет. Отвертка крестовая? Так. Отвертка крестовая? Так, нет, у нас где этот. Ой, блин. Бита. Отвертка крестовая, ну. Отвертка там у нас. Долго будем, думаю. Ага, а этим еще дольше. Угу, под боком же оно у тебя. Блин. Отвертка тут маленькая нужна. Тут барабан, походу, вот он и фильтр. Вот он фильтр, какой-то шарик, нахуй, я не думаю, что шарик. Вот это такая вот там длинная шпилька. Такой по мне, так ты ее наоборот затягиваешь. Не, ты че? Особо не остановится же. Да? Да. Я же дурак какой-то, чтобы... Ух, там. Ну-ка. Там шарик. Вот он барабан тут. Барабан. Налет такой, конечно. Да. А это подогреватель. Вот он барабан крутится.
барабан крутится, вот он такой. Mm-hmm. Вот он барабан. И что-то у нас значит получается не то тут. Не знаю, это шарик для чего, это шарик такой идем сюда. Для боулинга, наверное, поставим, не знаю. Нет, все чистим везде. Моторчик работает, значит. Может, насос тогда полетел? Не знаю, насос сейчас разберем. Разберем, посмотрим. Может, вода попала. Давно уже не включали так. Сейчас. Ну, все разобрать, наверное, это. Пустяк, наверное. Так. Я открывал. Что там нет? Защелки такие. А защелка, она же поворачивается вообще. Да, поворот. Опа. Вот насос такой. Вентилятор, как и это горам. Нет, горам, а вот крутишь. И вот так где-то вытекает. Вот. Ну, что там, где магнит. Там магнитная. Вот уже заржавел, конечно, это да. Ну, сейчас скроем. Посмотрим внутри еще. Может, вода попала. Давай, опа. С другой стороны. Да не, обмотка сухая. Че? Обмотка сухая. Подшами, конечно, уже изношены. Потому что немножко ходит так, но это еще не страшно, то что столько ходит. Как думаю, это должен так и ходить. Ну что, салики, не салики, а уплотнители. Неплохо. Ну-ка, почистить надо все. Так, как же именно проверить-то? Сейчас проверим. Выжимной же можно поставить сразу? Угу. Сейчас проверим. Воду зальем, да проверим все. Нет, сразу проверим, без воды. Сейчас мы эту проводку подключаем. Эту проводку подключаем и смотрим, как она работать будет. Может тут окислилось, конечно, блядь. Но тут нормально все. Сейчас мы это дело все подключаем обратно. Вот она так и. Вот так она так идет. Опа, блядь. О, вот она, конечно. А ты бы его вытащил, может, нет? Кого? Провод. Или ты его полностью подключать будешь? Я это хочу подключить и все. Так ты провод бы туда в щель вытащил? В щель она уже не... А, хотя зайдет. Хотя туда зайдет. А что, испытаем? Серега, а мы тебе отойти на работу отсюда? Вдруг да током тебе током пизданет. Заводы. Заводы это. Техникум. Опа. Так, это. Ну это включили, значит, на. Табуреточки поставим. Табуреточки поставим. Вот так. Включить. Ну, получается сушка. Она должна заработать. Или через удлинитель, как бы так, на всякий случай, дополнительно, как предохранитель. Так, поставила я режим сразу. Так, что, наверное, слив лучше, чтобы сразу он крутить начал? Да. Бля, у него, может, датчик есть? Не, это нормально все. Крутит? Крутит он все. Крутит? Все, крутит. Все, выключаем. Вот. Да? Вот, накрутим, все хорошо, все, заебись. На, сейчас будем. Может, пока мы дергали что-то, что-то может, вылетело, где-то что-то вышло, блядь, с водой, грязь, да. Что-то. С может, водой. Вентиляторы что там, вентилятора было. Вентилятора ночью. Не было ничего, я же тогда скрывала. Ну, вот сейчас мы, короче, посмотрим еще о барабане. Может, дырки забиты чем, в чем-то. Ну, что-то дырки в эти, блядь, дырки попали. Подожди, там просто надо убрать. Что-то мужу не нравится. Еще, мне кажется, на паре мужа наступает пиздец. Ну он сейчас сырой просто, его затопило. Ну сырой, да. Это не ременной ГУ получается. Барабан. Ну, это не ременной ГУ.
Ремень на голову есть, но и подшипники. Нет, нету. Есть немножко люфт. Люфт немножко есть. Наверное, это 13 ключ получается. Надо было, надо потянуть. Да. Тут 13 ключ. Это. Либо, хотя перетянешь, если перетянешь, тоже хуево будет. Угу. Ну ладно, что сейчас? Посмотрим. Ну вот аж голову, это ремено, это же если ремено голову, это вообще. Ну это вообще хуёненько. Ну ремень еще просто будет. Нормально, ремень. Задира ничего нету, повреждений нету. Да, ну что? Сейчас обратно соберем все дело. Обратно дело все соберем. Включим, посмотрим. Может оттуда. А если моторчик работает, она. Блин, вот она, моторчик работает. Моторчик все, заебись, работает, она крутит. Крутит. Сейчас какашки все уберем. Серег, влажные салфеточки надо будет. Вот, какие-то, блядь, металлические, вот, и есть, конечно, вот, металл, который занимался работой. Работает там, может, металл что-то было, какое-то хуйнишко. Сейчас, влажные салфеточки, что? Зачем полосы выдергивать? Нормально, заклей обратно. Может, это и есть, конечно. Тоже металлическая стружка вот есть. Вот она. Вот она, металлическая стружка. После рабочей одежды. Сейчас мы это все прочистим. Серега, влажные столбики нормально закрыл? Да. Сейчас все прочистим, поставим и дальше продолжим съемку. Ну вот. Которые люди говорили, то, что жена у меня не умеет есть на вездеход, делать не умеет. Я разобрал, а теперь у меня жена собирает все это дело. Вот там. Сейчас. А, закручивать мне. Сереж, вот она закручивать. У нас тут заржавело, конечно. Раньше на гараже стоял, получается, постояла стиралка. Так, сейчас закручу, сделаю это все дело. Не холод, сейчас муж поставит, я не смогла его поставить. В общем, пока мы тут собирали, случайно увидели вот такой носочек. Ну, его, скажем так, его здесь не было, скорее всего, его просто где-то сосало в шланге, либо вот в этот фильтр, который, ну, сперва не заметили с водой, потому что сперва все везде текло. Вот, буквально тут вот только его сейчас заметили, как бы, ну, посмеялись, но действительно, значит, вот из-за этого вода и еле-еле шла. То есть, ну, вот буквально маленькой-маленькой струйкой, когда все везде работало. А вот такой носочек может привести к тому, что разбирали практически пол машинки. А так, предположение, чаще всего, по крайней мере, вот был как-то опыт, приходил мастер, когда еще жили в городе, вот как-то вот через такие щели он просто, ну, попадает туда и всасывает его потом, и вот потом все везде забивается. Ну вот так, подключили это все дело. Сейчас посмотрим, что будет. Сразу уже полоскание, потому что вчера я уже стирала, но оно мне так и не дополоскалось. Ну, это сейчас делом посмотрим, что у нас из этого получилось. То, что везде, конечно, прочистили все. Нашли носок. Вот, что-то крутит, сейчас полоскание будет. Вот деревня получается, вот так. Вместо всяких шлангов, насоса у нас, потому что дом-то недавно купили, так нам. Опа, что-то у нас не то. ЧП. Вода вытекает. Ты воду вытекаешь, а ты не хочешь что-нибудь поставить? Я же тебе говорю, она не закрутилась у тебя. Ой, ё-моё, ой-ёй-ёй-ёй. Накосячил я. Ну вот, исправили. Ну вот там снизу. Там крышечки, оказывается, не до конца докрутили.
На пасана снесет, а так-то будто, ну, по резьбе не пошла, короче. Ну, сейчас смотрим, что у нас будет. Ну, у нас слюна бачок. Она в деревне. Ну, вот и посмотрим, что мы же сделали. Может, вообще ничего не сделали. Ну, по крайней мере, сейчас уже вода не течет. Ну, да, вода не течет. А у нас Ульяночка вот воду заливает. Вот, сейчас будем смотреть. У нас сегодня хотели лечь пораньше, а время у нас уже, да, хрен его знает. Фильм уже у нас тоже любимый был какой-то, уже фильм идет. Да, сейчас быстренько раз сделаем. А не сделаем, все посмотрим, работает, не работает. Мастеров вызывать никому не будем, потому что у нас на это день нету. Кто говорит, что мастеров вызываете, скинем карту. Номер карты закидывайте, будем мастера вызывать. Либо мастера, либо мастера, либо мастеров вызывать будем. А так, вот, все, протираем везде. Да, немножко накосячили, ну а что потом. Ну, вот так вот, сейчас посмотрим, как сливать будут. И вообще вот может сливать. Вот теперь струя идет хорошо полностью, всем шлангам. А не как... Писающий мальчик маленький. Еле-еле машинка сливает. Вот. То, что полы сушили, все сейчас на стирку потом поставим. Как-то так. Все теперь работает, все хорошо. В итоге все-таки действительно носок был виноват. Ладно, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.